Привет, Настенька. Меня зовут Амиид. Но ты и так меня знаешь. Ты сегодня исполнилась 18 лет. Ты уже большая девочка. Ты уже студентка и будущая менеджер. Я считаю, что ты очень... Прикольная. And... Общительная. I feel so извини за мой большой акцент. Я просто little волнуюсь. Так вот. Потому я хочу позволить тебе следующий. Вопрови, but такой же гениальный, как famous Russian певец. Никита Леско. Так мне как сараешь лике на сексуальной веске, так и как я. Вовтори, дай такой же клевер, как писатель, публицист, блогер, мыслитель. Юлия Карпухина. Обязательно я хочу позволить тебе такой же разрасти, как он. Электропоезд на станции Конопова РЭС. Поезд преследует со всеми остановками, кроме ей. Ну и... Фантин. Привет, Настя. Я Раниса Уседа Жиховский. Я самый лучший и красивый парень на земле. Я хочу поздравить тебя с совершеннолетием. Я поздравлю тебя лучше этого хача, который не знает даже русские слова. Так вот, лол. Я бросил Молли. И уже. Помолчи, Люса. Я тут Настю поздравляю. Меня Настя знает раньше. Но я ту начал поздравлять первым, а значит ты снова второй, ха-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 ха. Сука, ща ебало заткнешь пиножа съебучий, блять. Стой. Давай не будем драться, а лучше споем песню. Так, но. It's очень хорошая мысль. Да не ты такой умника. Спасибо, Ахмед. Ты тоже очень вкусный пирожок с повинилом. Эм. А ю Насти сегодня доктор. Поздравляю тебя все. 18 ей уже, хули и кратко, и поздравляют ее все. Да не сука спиздал рифму юменая. Тупой козиил. Инзеклаб, Токио, амейзинг, а теперь делимс, лауэлл. Сбытлых на третьем этаже. What the fuck is? Я услышала про пирожок и сразу прибежала всех съесть.